ребят, сегодня продолжаем проходить Assassin's Creed. Давно не было уже выпусков по этой игре. Ну что ж, поехали. А кого бежит этот глупец? Надо немного сейчас управление вспомнить. Я немного тут забыл. От кого он убегает? Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов. Мира и покоя, Альтаир. И тебе, брат. Судьба порой бывает причудлива. Так это правда? Роберт де Сабле в Иерусалиме? Я сам видел его рыцарей. Лишь беды следуют за этим человеком. Если он здесь, значит, он замыслил недоброе. Я не дам ему действовать. Не позволяй мести затмить твой разум, брат. Мы оба знаем, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я не забыл этого. Не волнуйся. Я ищу не мести, но знания. Ты не тот человек, кого я знал. Работа научила меня многому. Открыла немало тайн. Но есть еще части головоломки, сокрытые от меня. О чем ты? Все мои жертвы работали вместе, объединенные этим человеком. Робер что-то замыслил на нашей земле. Я точно это знаю. Но что, для чего, как и где? Это мне пока неведомо. Крестоносцы и сарацины действуют вместе? Это не те и не другие. Это третьи. Тамплиеры. Тамплиеры — часть армии крестоносцев. Так думает король Ричард, и это их устраивает. Они подчиняются лишь де Сабле и руководствуются мыслью, что это они остановят войну. Необычная история. И не говори, Малик. Скажи, где ты видел рыцарей? Я прослежу за ними, пока де Сабле не ускользнул. Я могу назвать тебе три места. К западу отсюда находится сторожевая башня и больница. На юго-западе — церковь гроба Господня. Попробуй что-нибудь разузнать. Я займусь тем же. Я не буду терять времени. Береги себя, друг мой. Все видно, да? Нам больше ничего не надо этого. Ну ладно. Ладно, пойдемте. Обследуемся пока что. Потому что я уже немного подзабыл управление. Ни шагу! Не понимаю, чего не он понимаете, хочет добиться. У меня совсем ничего нет. Так, кого там бьют или... Слышал это все. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монет. Это попрошайки. Нет, умоляю. Зачем он это делает? Эй, Стёрсон. Эй,
Черт, он дурак, совсем выжил из ума! Что заставляет его делать это? Не понимаю, чего он хочет добиться. Он что, совсем идиот? Что заставляет его делать это? Я прошу всего лишь пару монет. Для чего он это делает? Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Блин, как залезть? А теперь что он делает? Попробуем отсюда такой первый раз. Я больной, голодный и нищенький. Вы что, совсем идиот? Тип. Я хочу есть, я так голодна. Подайте вот отсюда можно. Тут я первый раз тупанул. Тебе нельзя здесь находиться. Тебе сюда нельзя, убирайся. Я уже забыл, как синхронизация была. Я там получил. Тебе сюда нельзя, убирайся. Лучше ему не создавать проблем. Он кого-нибудь прежет. Как я вижу, там что-то надо спасти. Тихо, пока я не рассердился на тебя! Что тебе от меня нужно? Вот болван. И чего он? Ты не имеешь права так поступать. Интересно, что он за день? Почему он носит? Саша, скорее сюда! Остановите его, пока не поздно! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! О нет, только не опять. Так, опять карту задел. Надо. Теперь вот сюда. Что здесь произошло? О боже, как такое могло случиться? Пожалуйста, господин, подайте. Куда я хочу есть, я так голодна. Может, голодна. Этому безумию есть объяснение? Подайте хоть чуть-чуть. Так, ну, что делать? По карте нам туда придет. О боже, стража! Да, пербабтал. Полез Алу Ахадун. Не надо я Алу Дядь. Покинь это место. Так, а вот эта церковь как раз. Как раз то, что нам говорил тот челик. Убирайся, черт, пока цел! Ты заплатишь за свои грехи! Подайте пару монет. Я отсеку тебе! Кто-нибудь помогите мне! Остановите! Убейте! Неверный! У тебя нет никакого шанса! Со мной! Хорошо, что ты так вовремя
подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Интересно, что здесь произошло? Стража, скорее сюда! Остановите его, пока не поздно! Да, нет, все равно я открыл ничего, поэтому пойдем вот сюда, наверное. На эту точку. Что здесь произошло? Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Чего это так? Да вот лестница, я чё? А это же... Это же стена, алё. Опа, стоп. سوف أنبهك إذا رأيته يمر بالجوار. لن يبعد كثيرا. тогда я думаю, нам не надо эту точку обследовать, так как она слишком далеко находится для нас. Поэтому пойдем, я думаю, сюда. А, вот даже ближе есть. Ты это видел? Убирайся. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу! Почти дошли. Стой! Ты не пройдешь здесь! Как ты меня видишь через стену, алё? أنا متأكد جدا إنه لم يغادر المدينة أو الشيء السديد الذي كان ينبغي فعله. هل هناك شبه للسلوك الأحمق؟ وما
Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Рад видеть тебя, брат. Ты пришел на похороны или за Робером? Я внимательно следил за слухами, но, увы, мне нечего тебе рассказать. Пока все спокойно. Впрочем, может, Тарик знает нечто, что могло бы тебе помочь. Он где-то тут, поблизости. Расспроси его. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Что это? Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Я думаю, будет, чтобы ни с кем-то не столкнулся. Но ведь этому должна быть причина. Сафа, он обивка, и давай эту ямуру. Убирайся. Что это, пожалуйста, господин, подайте. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Блин, дали бы больше, особенно если я упаду. Так, он должен прекратить это ребячество. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Как раз вовремя, Альтаир. Я узнал кое-что полезное для тебя. Это приказ стражникам Робера. На этой карте указано, где он планирует их расставить. Надеюсь, она тебе поможет. Я прошу всего лишь пару монет. Хоть что-нибудь для больной, голодной нищенки. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Он сбил человека. Зачем ты это делаешь? Аджузон, Харит. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монет. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Кого-то бьют? На помощь! Помогите кто-нибудь! Тебе сюда нельзя, убирайся. Ничего себе. Вообще не убил таких плагов. Тебе не следует здесь находиться, уходи. Ну, долго будешь смотреть. Тебе нельзя здесь находиться. Пожалуйста, хватит. Мне больно, Армургаров! Нет! Если вас обнаружили, расталкивайте всех людей. Нет, умоляю, не уходите! Подайте пару монеток! Пожалуйста, хватит! Смотри, мне больно, что он делает! Не трогай меня, пожалуйста! Убирайся, черт, пока цел. Тебе сюда нельзя, убирайся. Как я залезал на эту сторону? Вот на эту хорошую. Пошел прочь! Сука!
Сделать такое. Так, чтобы кто туда... видел, что здесь было? Лица разгуливает на свободе. Как бы мне залезть там? Приходит, придется с этого залезть. О, Аллах, упокой его душу, что здесь происходит? Что здесь произошло? Я ни в чем не виноват. Как? Зачем это ты это не делаешь? Это не то. Это не... Как это значит? Вот так он. Почему ты не заплатился на врачей? Полван. Все, теперь можно какой-то еще залезать. Никто не будет мешать. Остался только этот придурок по ассасину. Залезь на эту штуку. Нет, ты! Я знаю, ты где-то здесь! Кто видел, что здесь было? Ура! Следи
назад. Покажись! Пожалуйста, хватит. Мне больно. Я не против. Зачем ты это делаешь? Это ты убил меня! Покажись! Господин, у вас такой вид... За ним! Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Ну все. Убийца разбудил нас. Все милости мои. Под боком ходит убийца. Абса! Альсуриду Каула Шейен! Альтахаду Шейен! Он безумен! Он хочет убить меня! На помощь! Он хочет убить меня! На помощь! Это не добрый знак. Он безумен! Он хочет убить меня! На помощь! Увидишь, что здесь было! Что здесь произошло? Возьми карту и расставь стражников, как на ней показано. Во время процессии мы будем в безопасности, а вот похороны... Врагам слишком легко спрятаться в толпе. Если вы так обеспокоены, почему бы вашим людям не обыскать местность? Наше присутствие здесь и так порождает волнение. Представляю, что будет, если народ узнает, что мы топчем их священную землю. Возможно, вам вовсе не стоит присутствовать. Он был нашим другом и братом. Мы воздадим ему все полагающиеся почести. Ты оскорбляешь меня своим предложением. Я расставлю людей. Мне не нужна неприятность. Так перестань болтать и займись делом. Остановите его кто-нибудь! Он убьет меня! Где тот, кто заварил эту кашу? Бедняга. Он безумен! Он хочет убить меня! Бесперцы. На помощь! Как это произошло? Поверите, снова на хата! Он хочет убить меня! Да! Остановите его, кто-нибудь! Он убьет меня! На помощь! Он хочет убить меня! Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Нердисин! Мои родные больные пухнут голову. Подайте пару монеток. Что? Для больной, голодной и нищенки. Что за пятна ментеза? Остановите его, кто-нибудь! Он убьет меня! Тебе не уйти! Остановите его, кто-нибудь! Он убьет меня! Пожалуйста, господин, подайте. Он безумен! Он хочет убить меня! На помощь! Подайте пару монеток. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монет. Он безумен. Он хочет убить меня. На помощь.
Остановите его, кто-нибудь! Он убьет меня! Спаси Аллах! Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Не убивай, я это сделал! Хоть что-нибудь для больной голодной нищенки. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Чек, нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Пожалуйста, господин, подайте. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Пара монет. Я прошу всего лишь пару убирайся монет. Убирайся вон, или я за себя не отвечаю. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Хм, зачем он это делает? Мир и покой тебе, господин. Ты обратил внимание, сколько в городе теперь этих проклятых тамплиеров? Мне приказали убить их как можно больше до того, как будет похоронен Мадж один. Наверняка ты бы справился с этим заданием в один момент. А когда вернешься, я расскажу тебе, что мне удалось узнать, пока я следил за тамплиерами. Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость! Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет! Ладно, я думаю, на этом серию закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.